четырехквартирный жилой дом, двухэтажный с мансардой по адресу проспект Ильича, 5В. В настоящее время объект незавершенного строительства приведен в соответствие, ограждение восстановлено, а также организована круглосуточная охрана и начата продажа квартир. Следующий объект – это здание кафе по адресу улица Ватутина в 25 метрах на юг от памятника ветерана войн, застройщик ИП «Рябков». На сегодняшний день продлено разрешение на строительство в отношении данного объекта и предоставлен график окончания работ в срок до 31 декабря 2019 года. Также застройщик предоставил акт о расконсервации в отношении объекта незавершенного строительства. Жилой дом по улице Сака Иванцетти, 10, ООО «Стратегия». Строительство продолжено и предоставлен график работ в срок окончания работ 2 декабря 2018 года. И здание автомойки по Московскому шоссе, это застройщик ИП «Малейкина». На сегодняшний день объект в эксплуатацию также не введен. Заявления подавались в отношении объекта неоднократно. И в настоящее время организован муниципальный земельный контроль. Офисное здание по улице Береговая напротив дома 76 застройщик ООО «Первоуральское предприятие строительных материалов». На сегодняшний день не продлен договор аренды. В арбитражный суд подан иск о признании отсутствующим права собственности на объект незавершенного строительства. В отношении объекта по улице Малышева, 3, были заданы вопросы. Информирую вас, что на данный момент администрация городского округа Первоуральск готовит пакет документов в уполномоченные надзорные органы, поскольку застройщик не принимает и реакция застройщика не поступает.